Коллеги, рядом со мной Сергей Леонов, спикер нашей деловой сессии. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Сергей. Очень приятно поговорить с Сергеем. Сергей, скажите, сессия закончилась только что, с пылу с жару. Хочется сразу ваше мнение. Какие были темы, что поднималось, какие интересные зерна там были услышаны? Ну, мы говорили про категорийный менеджмент, про автоматизацию процессов в категорийном менеджменте. И, на мой взгляд, очень такая перспективная и большая тема. С одной стороны, развивается рынок, связанный с диджитализацией конечного покупателя. Но вот какие-то B2B профессиональные автоматизации такого экспертного направления, как категорийный менеджмент, мне кажется, так глубоко никогда не говорили. Поэтому эта сессия была очень интересной. Речь шла о том, что та работа, та функция, которую выполняет категорийный менеджер, сформирование структуры ассортимента, форматирование, наполнение структуры ассортимента, промо, ценообразование, выкладки товаров, на сегодняшний момент большая часть — это экспертиза, экспертиза конкретных людей. И чем качественнее у тебя люди, тем вроде как качественнее твой ассортимент и лучше продажи. Почему бы не брать эту экспертизу, не перекладывать их в цифры и делать это доступным для всех. И таким образом учить. И мы говорили о том, что перспектива будущего категорийного менеджера – это человек, который формирует как раз эти алгоритмы. Получается, мы берем самых лучших представителей, экспертов, закладываем, цифруем по факту их опыт, и помогаем машине делать те же самые прогнозы с какой-то долей вероятности, и потом чаще всего машины обучаются быстрее, и в какой-то момент мы получим какой-то идеальный продукт. На 100% в этом уверен. И не только быстрее, но еще обрабатывать огромное количество моделей, которые может выбирать правильное наполнение, идеальное направление для сегодняшнего покупателя. На каком уровне полемика была сейчас? Уровень о том, что мы когда-нибудь это сделаем, о, это прекрасное будущее, или это была полемика, что уже ведутся разработки, уже есть практически программное обеспечение, и мы уже вот-вот начнем тестироваться? Я уверен, что ведутся разработки. Во всяком случае, мы это делаем уже 6-й год, разрабатываем, и целью такой вот архитектуры разных модулей информационных систем будет то, что мы называем ассортиментный комитет автоматизированный, который будет набирать в структуру ассортимента те наименования, которые будут приносить максимальную доходность данной категории, то есть отвечать на запрос покупателя. Вот. А то, о чем сейчас мы представляли, вот наша компания, это доступ к 4 модулям, это доступ к чистым мастер-данным, которые включают в себя там порядка 400 тысяч товаров, и доступ к коммерческим предложениям там, 6 тысяч производителей в стране, что очень актуально в данный промежуток времени, вот то, что случилось сейчас. Второе – это мониторинг цен конкурентов, что дает возможность правильно формировать цены закупочные, видеть разницу цен между предложением и ценой на полке у конкурента. Третий модуль, он связан с данными в едином классификаторе, и это BI-система единая, большая. И четвертый модуль – это сравнение условий между собой для того, чтобы избегать такие вещи, что называют дискриминацией одного поставщика по отношению к одному ритейлеру и по отношению к другому ритейлеру. И вот эти вот 4 модуля – это такая вот первая ступень к тому ассортиментному комитету, о котором я говорил. И мы вот обсуждали как раз эти 4 модуля, говорили о важности этого всего и доступности этого всего всем. Как всегда, когда работают профессионалы, всегда это приводит и к благу конечного покупателя. И я надеюсь, что сегодняшняя ваша работа даст огромный толчок к этому. И в необозримом прям будущем, вот это прям ближайшем, которое нас ждет, скоро машины будут трудиться в каких-то рутинных процессах, очень умно и правильно, делая нашу жизнь лучше. Согласен полностью с утверждением. Автоматизированный процесс откликается намного быстрее на очень частые изменения потребления, но в нашей стране, наверное, везде, на взросление покупателей, на изменение их потребления, в отличие от процессов, которые вот вручную заложены. Конечно, да, вы правы в том, что это в первую очередь для покупателя. Спасибо большое за интересное интервью и до встречи. Спасибо вам.